Друзья, всем привет из солнечной Рязани. И да, мы снова на гонках. Позади меня проходит техническая комиссия автомобиля Дениса Мигаля. Следом пойдет Федя Воробьев. И все это значит, что мы вплотную готовимся к пятому этапу RDS-GP, который пройдет, собственно, здесь, на Атроне. Мы второй раз в этом году приезжаем на эту трассу. И прошлый этап, а именно первый по счету, сулил нам неплохой результат, поэтому и в этот раз надеемся показать хороший дрифт и порадовать вас качественными проездами. Короче говоря, друзья, не переживайте, с Альтезой все хорошо, ее уже почти починили. Во многом все это благодаря новой фишке этого сезона, которую придумал Дамир после крэша в Сочи в прошлом году. Это кевларовые крылья и вот такой вот незамысловатой конструкции башбар, что, собственно, спасло сегодня Альтезу. Задумка сработала, и после удара не повело никакие основные конструкции, все осталось на своих местах, немного деформировался кевлар, пострадал немного бампер задний, но это все пластик, это все чинится, и, соответственно, ну, основные элементы конструкции, ни подвеска, ничего никуда не ушло, все хорошо, поэтому Альтезу мы сейчас дособираем, и завтра она уже будет готова к тренировкам, поэтому все хорошо. Ну что ж, друзья, первый тренировочный день подошел к концу, а у нас для вас отличная новость. Только что на нашем YouTube-канале вышел фильм отчетный про четвертый прошлый этап в Мечково. Там много дрифта, много эмоций, все это приправлено крутыми планами и переходами. И нам очень важно твое мнение, поэтому если ты еще не смотрел, следующая сторис, там будет свайп. Смотри и обязательно оставляй свое мнение, потому что каждое мнение важно для того, чтобы мы продолжали делать еще более качественный контент именно для тебя.